Володь, как ты думаешь, на сколько сейчас метров ты выбил мяч? 75. Ты знаешь, вот давай посмотрим, правильно или неправильно. Метров, как ты думаешь, это результат для тебя нормальный или можно было еще? Расстояние Немана 100 метров, тут 65. Скажи, есть где-то еще прибавить? Ну, конечно, есть. Если перейти на лодке и добить еще 40 метров. Красавец, давай вторая попытка, погнали. Немножко больше, ну скажи, а с руки больше получится у тебя или меньше? Ну так, не знаю, посмотрим. Мы двигаемся дальше. Метра, первая попытка Кирилла Ячинского, и мы продолжаем, вторая попытка. Это оставь, пожалуйста, Макс. Слышишь? Это оставь. Красавец. 55, короче, набрасываю, ну, 54. Короче, ладно, вторую попытку мы записывать не будем. Запишем первую. Но все-таки есть такое предчувствие, серый, что Неман, ты сегодня перебьешь. Да. Так я говорю, если нормально. Ух ты! Ярика! Метров 40! Уважаемые друзья, вот и закончился наш эксперимент. Впервые в истории мы попробовали перепить реку Неман. К сожалению, не получилось. Следите дальше за нашими флешмобами. Мы будем удивлять. Но в конце я сделаю маленькую фишечку. Итак, поехали. УД! Динамо! Неман! Ротно!